Всем привет, с вами Свитан и Кристина. Привет! Кристина, вам это моя лучшая подружка, я вам ее представляю. Она всегда говорит, что ты со мной ничего не снимаешь, и я решила с ней снять влог, потому что у нас не было давно влогов. Да, Кристина? Да. Да, и мы решили снимать. Расскажи, куда мы сейчас идем, чтобы... Сейчас мы идем мануфактуру суши я. Да, там мы будем есть суши. Так, сейчас я вам покажу, как мы их заказываем. Вот, вот этот наш ассортимент суши. Да, Кристина, что-то тебе понравилось уже? Не знаю, или вот это вот прикольное будет, наверное. Или вот это может быть. Вот эти, это какая у тебя страничка? Вот это. Нет. Вот это. Или вот это? Вот эти красивые, очень зеленированные. Но они, конечно, стоят тоже прилично. Ну, давай, рисуй. Ну что, ты решила что-нибудь? Ну, короче, смотрите, ребята, мы заказываем вот эти за 36. Они очень прикольные, по-моему, мы их уже пробовали. Кранч с креветкой. И что-то еще, Кристина? Думаем. И мы еще думаем. Вот эти красивые, очень красивые, но они стоят тоже, видите, 99 гривен, очень дорого. Ну, да, сейчас я вам покажу наш выбор, наш вкусный выбор. Все, мы нам принесли суши, мы их сейчас будем кушать. Yeah. Пока. Пока. Ну, то есть до следующей встречи. Сейчас мы идем в Бестбургер. Вот. Только что были суши я. Сейчас вам кое-что покажу. Это у нас тут можно делать разные мороженые. Иду. Привет всем, мы опять идем. Да, сейчас мы будем заказывать что-либо. Сейчас, ребята, мы будем есть, наш заказ готов. Да. На этом все, наш влог заканчивается. Это уже пять раз. Пока. Кристина, скажи пока. Пока.